Сейчас. Три года назад мы сделали операцию в рак предстательной железы. Ну, после операции года два было так более терпимо. Потом болезнь стала прогрессировать. Но врачи сказали, что надо делать повторную операцию. А в газете мне попала чисто случайно реклама академика Авакяна. Я сюда прошло три курса, я принял и почувствовал значительное улучшение. И вот приехал подвиг лечения. И надеюсь, что я избавлюсь от этого страшного недуга. С вами ваша жена? С вами ваша жена? Да. А какие вот вы видите улучшения у мужа? Ну, мы в ноябре как ехали, ему надо было операцию делать, что вторично, потому что моча полностью закрылась. Угу. И за вот этот период все благополучно пока, лечиться, конечно, будем. И надо еще, потому что мало мы прошли лечение. Угу. А так моча выходит. И есть у него сила, то он почти лежал, ни силы, ничего не было, все надо поднести, подать. А сейчас уже по дому начал делать. Спасибо большое Гарику Сахисовичу. Угу. Дай Бог здоровья вас. Будем надеяться, что болезнь пройдет. Был случай, что... Сейчас, еще раз сначала, после первого. После первого курса лечения. Я заметил, что у меня с мочой начало выходить метастазы, или я не знаю. Выделение крупное. Да. Такие как сгустки крови и прочее. И то я ходил туалетную через каждые 15 минут, а сейчас, слава Богу, 2-3 раза это для меня же счастье. Угу. Ну, надеюсь, конечно. Очень благодарна. Благодарю, конечно, Гарику Сахисовичу за его труд, за его умение. Полон надежды на выздоровление.